друзья, блин, я удалил случайно пару видеороликов, случайно абсолютно. Что-то чистил память и, блин, удалилось несколько видеороликов. Так жалко, блин, вообще расстроен. Теперь начнется этот видео, так сказать, блок этот с момента, как я кушаю, перекусываю на Ленинградском вокзале. Ну ладно, что теперь поделать? Пусть будет так. Я вот решила здесь попить чай на вокзале, потому что, фух, как жарко мне. Ничего не кушал я, потому что после работы. Вот я сейчас здесь покажу, как расположился. Вот мои шмотки. Это пицца в поезд. Вот так как-то. Итак, друзья, я уже на перроне. Вот иду. Это мой поезд. Отправляется в 1:15. Значит, вот иду. Еле-еле после плотного, так сказать, позднего ужина. Ой, как холодно. Всем доброе утро. Я проснулся, все хорошо. Ой, какая у меня харя. Ужас. Так, мои хорошие, я уже в Питере. Сейчас направляюсь в сторону метро, а потом в сторону, значит, Невского проспекта поеду и заселюсь в хостел. Вот. Так что, ох, как же мне тяжело. Тащу еле-еле. Я в Питере, друзья. Вот, смотрите. Там написано сзади Санкт-Петербург. Как классно. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Вот надпись, видите? Золотыми буквами написано. Ой, красота вообще какая. Друзья, посмотрите, какие красивые люстры. Вот 4 штучки. Такие большие прям. А какой красивый потолок. Видите? Что-то написано. Ленин, что ли? Кажется, Ленин. А я бы передумал идти в метро. Думаю, пойду-ка я выйду лучше сразу в город. Заодно перекушу. Столовый номер 1. Все ее рекомендуют, рекламируют. Так. Вот, стою здесь, в этом шикарном зале. Решил для вас снять видео, показать этот красивый потолок с люстрами. Видите? Друзья, вот я вышел в Питер. Смотрите, какая красота. Город-герой Ленинград. Написано. Какая-то площадь. Не знаю, как называется площадь. Поэтому ничего не могу сказать. Так. Куда мне идти дальше? В какую сторону? О, пойду налево. Пойду налево сейчас. Друзья, какая красота, смотрите. Прям иду, любуюсь. Солнышко так еще светит. Красиво. Ой, какая красота. Охренеть. Так, зеленый, бегом. О, все, бегом, бегом. Так, а кушать я буду вот в этой столовой номер 1. 24 часа работает. Там вкусно и недорого, сказали. Находится она прям возле вокзала. Вот оттуда выходите, вот оттуда вот. Ну, вы поняли. Переходите дорогу и идете вот сюда. И приятного вам аппетита заранее. Так, мои хорошие, я вот взял, значит, себе завтрак. Гречку, значит, яичницу. Пирожное и чай.
все это мне обошлось 133 рубля. Приятного мне аппетита. Так, мои хорошие, покушал я, значит, столовую номер один в городе Санкт-Петербург. Ничего особенного в ней нет. Еда невкусная. Кстати, без соли. В общем, как-то так, туда-сюда. Прохожу сейчас, значит, Московский вокзал. Так, направляюсь я в сторону Невского проспекта. Хотела вызвать такси, но тут совсем, оказывается, рядышком все. Обойдусь без такси. Буду тащиться еле-еле, потому что у меня заселение хостел 2 часа дня. Так что я буду медленно идти тащить свои сумки. Вот так. Короче, иду вот я сейчас по Невскому проспекту. Дошел я. Вот совсем рядышком. Буквально 2 минуты оказалось до Невского проспекта от столовой номер 1. В общем, иду я по северной стороне этой улицы. А вот там вот южная, на которую падает солнце. И я иду, у меня руки просто отваливаются, значит. Ой, как холодно. Какой кошмар. Так. Мне сказали, надо идти вот туда, далеко-далеко. Сейчас я немножко вырублюсь, потому что у меня руки замерзают. Ой, как холодно. Друзья, посмотрите, какая красота. Охренеть. Вот прохожу сейчас вот эту вот красоту. Вот такой большой-большой дом красивый. О, Лори, лис. Вон, на камеру туда-сюда, влево-вправо шатается. Потому что тащу сумки, людей куча. Ой, какая красивая машина. Вольво. Вот. Это вот начало Невского проспекта, получается. Тут реклама вот. Значит, ой, какая красота какая. Смотрите. Ой, вообще. 3 года не был в Питере. А зимой я так вообще ни разу не был. Как красиво светится. Прохожу сейчас свой любимый магазин нижнего белья. Извините. И вот, смотрите, какая красота. Видите? Просто невозможно. Идешь и любуюсь каждым домом. Троллейбусы все загораживают. О, смотрите, еще красивые дома стоят. Розовый, белый, желтый. О, какая красота. Нет. Так, идем дальше, значит. Процедонию прохожу. Вот торговый центр. Какой-то, не знаю, как называется. О, и смотрите, туда еще красота идет. Глаза раздвигаются, короче, все. Слушайте, ну вообще погода шикарная. Я очень доволен погодой. Холодно, но приятная такая погода, да, на самом деле. Ой, какой красивый переулок. Сейчас я вам покажу. И что-то у меня такая жирная морда. Что у такая жирная морда-то? Охренеть. Так, ладно, вырубаюсь. Друзья, все, я нашел свой хостел. Называется Love... Друзья... Как называется хостел? Друзья Лайф называется. Вот. Все уютненько, чистенько. Сейчас меня заселяют. Ой, что-то мне с прической такая харя. Ужас. Вот. Потом номер покажу вам. Итак, мои хорошие, я заселился в номер. Сейчас вам покажу свой номер. Сделаю обзор, так сказать. Вот. Значит, здесь полочки, сейф. Так. Здесь, значит, у нас дверь в туалет и в душ. Так. Привет, привет всем. Так, здесь вот душ такой. Бой для горячей воды. Так, идем дальше. Ну, сама комната. А здесь, значит, телевизор такой вот небольшой. Стол, стулья. Такие вот очень большие окна. Кровать красивая, большая. Шикарно.
Просто шикарно. Зеркало. Вот здесь я буду жить целых две ночи. Так что вот. Короче, сейчас я вот оделся и собираюсь к брату. Сейчас поеду к брату. Сейчас буду вызывать такси. Вот, посижу у брата пару часов, а потом поеду на свадьбу. Вернее, сначала я вернусь в хостел, переоденусь, вызову такси и поеду в ЗАГС. Выхожу из своего хостела. Называется «Друзья Лайв». Вот лифт, 4-й этаж. Вот. Сейчас буду вызывать такси. Ой, вообще, столько всего у меня, столько всего. Итак, мои хорошие, еду к брату. Вот по Невскому проспекту. Посмотрите, какие красивые дома. Пробку встали. Что-то у меня телефон не хочет заряжаться. Красиво. Как в Казани прям. Вы были в Казани? Там так же красиво. Город-музей. Смотрите, как красиво. Это старый Ленинград получается, да? Это Петербург, можно сказать, старый по самому счету. Вот эти постройки все дореволюционные. Просто прям один сплошной музей. Ну, блин, одни сплошные рестораны, кабаки. То есть, да. Вот, куда не посмотришь, это самое, это улица как раз. В Амстердаме красных фонарей, а здесь это самое, здесь вот кабаков. Да, ну красивое место очень. А я, друзья, еду от брата. Забыл вам сказать. Вот по таким вот красивым улицам города Санкт-Петербурга. Такое прям вообще. Световое, как красиво. Реставрируют, да? Смотрю, все прям свежее. Ну, тут, как сказать, лицевая часть свежая, это самое, красивая. Во двор зайдете, там, как при царе еще было. Мои хорошие, я уже вот приехал от брата, уже переоделся. Вот, сейчас быстренько заряжаю, вот 10 минут буквально вот зарядил сейчас камеру с телефоном. И снова выхожу из номера, бегу за цветами. Вызываю такси и лечу, просто лечу в сторону какой-то набережной. Там, значит, находится этот ЗАГС. Самое главное, ЗАГС, я так понял, Питер, исторический ЗАГС там какой-то. В общем, будем на связи. Так, мои хорошие, бегу за цветами. Цветы здесь не на каждом углу, как оказалось. Надо еще их поискать. Ужас какой-то. По Невскому сейчас хожу еще, вернее бегаю, ищу цветы. На свадьбу уже с пустыми руками не пойдешь. Итак, друзья, я вот купил вот такие вот розы белые, 7 штук. Красивые очень. Сейчас вызываю такси и бегом в ЗАГС. Итак, мои хорошие, приехал я в ЗАГС. ЗАГС находится по адресу Английская набережная 28. Вот, сейчас я вам покажу красоту, как все красиво светится. Вот, смотрите, какая красота.
Видите, дворцы. Вон там все, это все дворцы. Жду, когда приедет моя подруга. Вот сам ЗАГС. Вот такой ЗАГС. Каменный, с колоннами. Друзья, посмотрите, какой красивый фойе. Какая красивая лестница с колоннами. Ой, красота. Поздравляют там. Очень красивый ЗАГС. Ой, какой потолок интересный. Жду, короче, к очереди. А, не идет. Это пошла, не видишь.